Ну чё, решили вам в рамках нашего фристайла показать театральную постановку? Ну чтоб все культурно, обратились в драмтеатр. Они нам говорят, мол, у нас только вишневый сад. Я говорю, не-не-не, я не за запивоном. Они мне объяснили, что «Вишневый сад» — это такая комедия. Сейчас эти профессиональные актеры будут играть эту самую комедию, а мы с ребятами посидим, поугараем, в четвертьфинал выйдем. Итак, «Вишневый сад» Антона Чехова, ну, если кому принципиально, то Палыча. Вам уже известно, «Вишневый сад» ваш продается за долги? Да-да. Что-то я вас не очень понимаю. Вот-вот. Место расположения. Слышь, так тормози, тормози. Вы чё? Это чё, по-вашему, комедия? У меня во дворе голуби за булку смешнее махаются. Ну с чего вы взяли, что наша комедия не смешная? А с того, вот у нас Илюха, человек с самым низким смеховым порогом. Смеховой порог! Да, может, дело, конечно, не вас, а в Илюхе. Так, давайте дальше разбираться. Вот ты кого играешь? Лопахина. Лопахин. Смешно. А как зовут? Ермолай. Ермолай Лопахин. Вот куда Чехов юморок-то запрятал. Вообще-то, Игорь Петрович, заслуженный артист Удмуртии. Да? А я, если верить силомеру на пляже в Геленджике, бойкий крепыш. Давай не будем хвастаться сомнительными званиями. Так, ребята, у нас же музыкальный фристайл. У вас есть что-нибудь музыкальное? Есть, романс, но он во второй части, нам переодеться надо. Давайте только быстро. Ну а чтоб сцена не пустовала, встречайте Джессика. Мы уже переоделись. Чё, прям все переоделись? Да. Прям ничего не забыли, ни носки там, ни кальсоны. Да-да, мы все готовы. Второй раз за день обламываете. Спасибо, Джессика. Ну, капец, вы переоделись. Так давайте что-нибудь другое из Чехова покажите. Каштанку. Толян, ты что, проголодался? Слюни подбери. Не, давайте с «Вишневым садом» будем разбираться. Кто читал, пацаны? Чё, Лёх, даже ты не читал? У тебя же 100 баллов на ЕГЭ по литературе. Сеня, там же выбираешь из 4 вариантов ответов. Знания даже мешают. Ну да, отвлекают от фарта. Так, ну давайте, значит, что-то решать. Значит, экстренные меры. Будем эту помещицу менять. Антоха, давай иди переодевайся в бабу. Так, а ты, Лёвка, давай иди меняй Лопахина. Ну вот, уже что-то заиграло. Ну и давайте «Вишневый сад» заменим на «Вишневую девятку». Твоя вишневая девятка. Ребят, да вы что? Это ж Чехов, это классика! Да, вон, кавказец забирает девятку за долги. Вот это классика! Ладно, давайте будем финалить. Команда КВН без консервантов. Не фристайл, а Ермолай Лопахин.